Готовы услышать хит? О, малышки не в восторге. Уверена, что им понравится эта сказка. В одном королевстве жили две принцессы. Дорогой, девочки недовольны. О, мне нехорошо. Нам нужно срочно в больницу. Доктор, кажется, началось. Поздравляю, у вас прекрасные девочки. О, мы так вас ждали. А сейчас проведем обследование. Кэрри, ты первая. Малышка, осторожно, это не игрушка. О, рентген уже не спасти. Не может быть, вы тоже это видите? Лили, у тебя получилось! Ты починила рентген! Вау! Она гений! Мы самые счастливые родители! Математика, это так сложно! Юная леди, что случилось? Лили, стой! Ты мне поможешь? Меган, что ты задумала? Мисс Пенни, такого вы еще не видели! Это высший пилотаж. Девочек ждет великое будущее. Лили, ты мне очень помогла. Теперь я тоже буду любить математику. Кажется, здесь намечается концерт. Кэрри, ты тоже хочешь на сцену? Дорогой, у нас все получится. Громче, еще громче. Кэрри, у тебя настоящий талант. И третье место занимает Молли. Серебро получает Конни. А главный приз достается семейному трио. Улыбочку, господа. Это выступление войдет в историю. Квантовая физика, генетика, высшая математика. Это так интересно! Лили, детка, мне нужна твоя помощь. Мне бы не помешало новое платье. Проще не бывает. Вау, это шедевр. Вперед, вперед, нам нужен гол. Играть, играть. Папа, лови. Кэрри, что ты натворила? Ха, но папа с этим справится. Ну давай же, работай. А, все не так просто. Что делать? Лили, нам нужно срочно починить телевизор. Папа, вперед! Малышка, я в тебя верю. Так, так, и вот так. Юху, получилось! Лили, ты мой герой. Сестренка, давай играть. Что ты задумала? Бери, это тебе. Ты лучшая сестра в мире. Добро пожаловать в детский сад. Кэрри, Лили, вам здесь понравится. Девочки, повеселитесь как следует. Кто хочет играть? Будем дружить. Ха, попробуй догнать. Я буду первой. Кэрри, осторожно. Книги намного интереснее. Я чемпион. Освободите дорогу. Книги – это слишком скучно. Неудачница. Кэрри, не мешай. Книги – это целый мир. Вперед! Победит сильнейший. Веселее не бывает. Ой-ой-ой, больно. Я знаю, что делать. Все в сторону, помощь уже близко. Мия, это совсем не больно. Скоро ты будешь как новенькая. Лили, ты меня спасла. Не благодари. А теперь играть. Детский сад, это так весело. Дружба навсегда. О, как быстро растут дети. Девочки, учитесь хорошо. Скучали по мне? Чем сегодня займемся? Может, проучим мисс Полли? Есть одна идея. Этот пранк войдет в школьную историю. Кэрри, это гениально. Как я выгляжу? А теперь за мной. Нам нельзя опаздывать. Сейчас или никогда.
Мисс Полли, вы меня слышите? Она спит. Действуем. Отличная работа. У мисс Полли новый стиль. А теперь по местам. О, кажется, я заснула. Дети, продолжаем урок. Мисс Полли, ваши волосы просто супер. Хм, что здесь происходит? Час их настал. Бу! Монстр, помогите! О, с меня хватит, я ухожу! Мисс Полли, вы такая трусишка! Дети, у вас новый учитель. Познакомьтесь, это мисс Лили. И больше никаких пранков, договорились? Итак, мы начинаем урок. И по расписанию литература. Слушайте внимательно. О, самый скучный урок на свете. Литература, это прекрасно. Сейчас ты сама в этом убедишься. Открываем учебники. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Вы спите? Но это нечестно. Проснитесь немедленно. Хм, кажется, я знаю, что нам нужно. Самое время для интересного эксперимента. Электричество можно получать даже из картофеля. Та-дам! Вау, это фантастика! Никакой фантастики, только законы физики. А сейчас приготовим самый вкусный лимонад. Но для этого нам пригодятся особые кепки. Мисс Лили, вы лучшая! А теперь опять погрузимся в прекрасный мир литературы. Обожаю Шекспира. О, Ромео и Джульетта, мои любимые герои. Я знала, что вам понравится. Вы все получаете пятерки. Что сегодня на обед? О, я забыла фрукты. Устроим нашему новому учителю хороший прием. Это будет весело. Готово. Витамины полезны для ума. Объеденье. Ой-ой, мне плохо. Лили, кажется, вы что-то не то съели. Ой-ой, я скоро вернусь. Не торопитесь, вас ждет еще один пранк. Это будет сногсшибательно. О, все позади. Чистота – залог здоровья. Что это? Добро пожаловать в нашу школу, мисс Лили. К директору. Сейчас же. Школа – это не место для игр. У нас контрольная. Готовы? Лили, это нечестно. Приступайте, у вас мало времени. Но это слишком сложно. Тогда вы получаете двойки. Девочки, все в сборе. Мы отправляемся на занимательный пикник. Природа вдохновляет. Согласны? Скоро приду. Я всего на минуту. Ха-ха. Мисс Лили, вас ждет сюрприз. Девочки, повеселимся. А вот и я. Кто хочет подкрепиться? Вкусно. Но у меня еще кое-что есть для вас. Змея! Дети, без паники, я справлюсь с ней. Мисс Лили, это всего лишь маленькая змейка. Так это вы все затеяли. Наказаны. Сегодня никаких прогулок. Теперь вы сидите в палатке. Быть учителем – это непросто. Ой, мамочки! Сестренка, ты в порядке? Помогите! Лили в большой опасности. Это мы виноваты. Спасите мою сестру. Девочки, с вашим учителем все будет в порядке. Всего один укол и готово. Лили, ты снова с нами. Хочешь вернуться в школу? Хм, я должна провести исследование. Смотрите и учитесь. Я изобрету лекарства от всех болезней. А теперь самое интересное. Вуаля, я снова здорова. Лили, ты гений. И лучшая сестренка на свете. Пришло время помогать людям. Доктор, это вам пригодится.
Лили, ты навсегда изменила медицину. Дорогой, прекрасный день, правда? Малышка, ты тоже любишь читать? Мама, папа, вы должны это услышать. Я стану звездой. Молли, перестань. Твоей сестре это не нравится. Детка, бери пример со своей сестры. Лучше читай книги. О, мне нехорошо. Мэм, что вас беспокоит? Кажется, малышка вот-вот появится на свет. Мамочка, вы справитесь. Поздравляю, у вас прекрасная девочка. Добро пожаловать в семью, Кайли. Сестренка, привет. Молли, вы станете лучшими подружками. Кайли, что это с тобой? Ты хочешь сказку? Договорились, я тебе почитаю. Наша малышка будет самой умной. Кайли, что-то не так? Тише, тише, я рядом. А сейчас мы осмотрим малышку Кайли. Невероятно, ваш ребенок гений. У нее IQ 500. Кайли, ты изменишь этот мир. Кто хочет самый вкусный попкорн? Конечно, я. Эй! Привет, дружок, поиграем? Ты такой милый. Вау, а там что? Дорогая, не так быстро. Ю-ху! Смотрите, как я умею. Сможете повторить? Молли, ты наша звездочка. Вы это слышали? За мной! Дорогая, подожди нас. Только сегодня. Не пропустите. Кто ответит на вопрос, тот и получит приз. Мы обязательно победим. Итак, кто решит этот пример? Проще простого. Юная леди, вам достается приз. А мы переходим ко второму туру. Кто даст правильный ответ? Непростая задачка. Кайли, стой! Что ты делаешь? Невероятно! Вы тоже это видели? Малышка, а с этим ты справишься? Вау! Никогда такого не видела. Кайли, ты самая умная девочка. И у нас есть суперпобедитель. Книги, больше книг. Это интересно. Сестренка, поиграем? Будет весело. Неинтересно. А книги, это интересно. Ты ничего не понимаешь в веселье. Молли, не мешай сестре. Детка, смотри, что у меня есть. Веселее не бывает. Гениально, Кайли, ты невероятная. Папа должен это увидеть. Кайли, ты лучший ребенок в мире. Вперед, вперед, мне нужен гол. Эй, что это с тобой? Работай. Что же делать? Кайли, у нас мало времени. Я уверен, ты справишься. А со мной никто не хочет поиграть. Поторопись, Кайли. У меня важный матч. Это просто. Вау, отличная работа, детка. Теперь мы узнаем, кто забьет гол. Увидимся вечером, мамочка. Учись хорошо, Молли. И не забудь свой обед. А вот и я, девочки. Готовы к первоклассному пранку? Ха, мисс Эмили будет в восторге. Это войдет в историю школы. Молли, действуем. Мисс Эмили, мы вас ждем. Все по местам. Доброе утро, дети. У нас сегодня очень интересная тема. Странно, а что это? Неужели подарок? Помогите! Извините, я так больше не могу. Шалость удалась, супер! Я королева пранков. Подруга, а теперь спрячем улики.
Ребята, мисс Эмили решила уйти из школы. Но не беспокойтесь, у вас будет новый учитель. Знакомьтесь, это мисс Кайли. Кайли? Но как? Очень просто, Молли, я умная. Итак, ребята, начинаем урок. Биология — это так захватывающе. И перейдем сразу к практике. Вы спите? А как же биология? Бу! Не подходи, чудовище! Кайли, какая ты трусишка! Я всем ставлю двойки. И родителей в школу. Продолжаем урок. Открываем учебники. И читаем пятый параграф. А сейчас я вам кое-что покажу. Что это? Кайли, тебе очень идет новый образ. Молли, ты опять за свое? Ох, как сложно быть учителем. Меня спасет только вода. Девочки, это победа. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Кайли сбежит из школы. Как насчет десерта, сестренка? И кто здесь гений? Подарок для меня? О, это так мило. Я знала, что вы добрые. Ха, приятного аппетита, мисс Кайли. О, нет! Систер, поищи себе другую школу. Я знаю, кто это сделал. Пенни, ты отстранена от уроков. А мы продолжаем урок. Сестренка, не хочешь пообедать вместе? Что? Она твоя сестра? Это уже слишком, Молли. Мы уходим. Что это с ними? Приятного аппетита, Молли. Ты все испортила, Кайли. Зачем ты пришла в мою школу? Сестренка, не кипятись. Девочки, мы отомстим этой выскочке. Ха, вы со мной? Зануда. Попрощайся со своими любимыми книгами. Но мы еще не закончили. Как вам такое, мисс Кайли? О, нет, но как? Почему меня никто не любит? Вы об этом пожалеете. Добрый день, девочки. Готовы к уроку? Разве ты еще здесь, Кайли? Конечно, и сегодня у нас тест. Кто не справится, тот получит двойку. Пожарная тревога? Девочки, нам нужно выбираться отсюда. Ой-ой, мне страшно. Без паники, я буду рядом. Просто идите за мной. А-а-а, мы пропали. Хм, тут нужно как следует подумать. Оставайтесь на месте, я скоро приду. О, да, нашла то, что нужно. Девочки, мы спасены. Выход совсем близко. Отличная работа, девочки. О, нет, только не сейчас. Кайли, ты в порядке? Огнетушитель мне не поможет. Девочки, вы должны идти. Спасайтесь, мне уже ничто не поможет. Сестренка, я не могу тебя бросить. Молли, я твой учитель. Ты должна покинуть школу. О, мне нехорошо. Мисс Кайли рисковала жизнью ради вас. Спасите мою сестру. Я сделаю все, что смогу. Кайли, прости. Больше никаких пранков, обещаю. Ты жива? Мы так рады. Девочки, вы сделали домашнее задание? Сестренка, ты неисправима. Мисс Кайли, вы герой. Мы вас любим. Школа? Это слишком скучно. Я придумаю что-нибудь поинтереснее. Опять школа. Это тюрьма для детей. Да, со мной лучше не связываться. Плохого всем утра. Новенькая, ты неудачница. Что ты сказал? Поищи себе другую школу. Тебе здесь не место. Ну, держитесь. Посмотрим, кто кого. Приятель, иди сюда. Не бойся. Ой-ой, помогите. Это просто шутка. Ха, я же говорила, вы проиграете. Теперь ты красотка.
Убери это! Какая ты трусишка! Это всего лишь вампирские клыки. Познакомься с моим питомцем. Помогите! Как невежливо! Спасите! Оказывается, школа – это весело. Только посмотри, какая она милашка. Она прелесть. И последний штрих. Ой, мамочки! Ой, мамочки! Я никогда не проигрываю. Запомните это. Уэнсдей, неприлично опаздывать в новую школу. Подъем. Упс. Да ладно вам, уже иду. Упс. Упс, я кое-что забыла. Я быстро. В новой школе мне это пригодится. Я стану королевой ужаса. Как моя бабуля. Дорогая, учись плохо. Вау, как здесь темно и грязно. Идеально. Привет, соседка. О, какой ужас. Этой комнате не хватает розового. Идеально. Подруга, тебе нравится? Фу. О, слишком мило. Этим миром правит черный. Кошмарно. Здесь мой новый дом. Подруга, это похоже на склеп. Бррр. Тебе здесь не место. О, ничего страшнее не видела. Правильное решение. Не показывайся на моей половине. Уэнсдей, у тебя странный вкус. Я хочу другую соседку. Что сегодня на обед? Это она! Я такая голодная. Уэнсдей, уходи! Ты уверен? Ребята, нам лучше убираться. Это вы отлично придумали. Чтобы выбрать паста с плесенью. Это вкусно и полезно. На обед только витамины. Тут не занято? Кстати, это тебе. Розовый? О, мне нехорошо. Я знала, что мы подружимся. Объеденье. А сейчас время пранка. Смотри, учись, Энит. Ребята, ловите. Она монстр! Она монстр! Помогите. Кто придумал этот пранк? Это слишком жестоко. Здесь столько шутников. Но это еще не все. Ты будешь в восторге, Энит. А теперь прячемся. Скелет, это слишком банально. Придумайте пранк получше. Подруга, ты меня спасла. Спасибо. Нет, от нас не спрячешься. А теперь попробуй найти свой рюкзак. Я совсем не рада вас видеть. Доброе утро. Стоп, а где мои вещи? Кто это сделал? Кажется, я знаю. Ага. Берегись. Преступление раскрыто, красотка. Только без глупостей. Это просто шутка. Энит, прости. Уэнсдей, ты мой герой. Энит, лови. Опять вы за свое. Энит, не надоело быть неудачницей. Перестаньте. С меня хватит. Вы еще пожалеете. Энит, у меня есть план.
Больше тебя никто не обидит. Ха, будет весело. Это старинный рецепт моей бабули. Ребята, мы отправляемся на прогулку. Попались. Добро пожаловать. Чувствуйте себя как дома. Уэнсдей, хватит. Ну уж нет, мы еще не закончили. Кто-нибудь, помогите. Вы в ловушке. Мы будем хорошо себя вести. Точно? Да! Будьте паиньками. Проще не бывает. И учитесь хорошо. Договорились. Иначе вам не сдобровать. Обещаем, обещаем. Спасибо, братишка. Мы лучшая команда. Обожаю шопинг. Черный лук. Что может быть хуже? О нет, чем больше розового, тем лучше. Мы это покупаем. Что дальше, подруга? Сегодня мы станем самыми красивыми. Мне это нравится. Твоя очередь, Энит. Я как с обложки журнала. О, как красиво. Правда, подруга? Я так не думаю. Самое время сменить стиль. Да, об этом я и мечтала. Мисс, теперь вы. Но забудьте про розовый цвет. Подруга, у меня идея. Укоротим, подровняем и добавим цвета. Это же розовый! Что вы наделали? Уэнсдей! Ты такая стильная! Шутишь? Ой-ой! Это моя маленькая месть! Верните мои темные волосы! Ага. Так гораздо лучше! Обожаю эти пирожные. А я хочу тортик. Подруга, мы отлично провели время. Но мы еще не закончили. Шопинг продолжается. Гаджетов много не бывает. А здесь что интересного? О, мне нехорошо. Мэм, вам помочь? Извините, мне уже пора. Кажется, началось. И мне никто не поможет. Привет, малышка. Извини, но я не могу тебя оставить. Надеюсь, ты будешь счастлива. Повеселимся? Никаких фокусов, только магия. Кто здесь? Малышка, ты совсем одна? Тише, тише, я рядом. Решено, ты идешь со мной. Девочки, у меня сюрприз. Это же ребенок. О, какая прелесть. Мы должны ее оставить. Это наша Кайли. Малышка, доброе утро. Пора привести себя в порядок. Ага. Начнем с белоснежной улыбки. Я хочу есть. Стоп, а как же прическа? Вот теперь ты настоящая принцесса. О, какая я голодная. Срочно завтракать.
Почти готово. Не хватает только остринки. Кайли, как раз вовремя. Это твои любимые хот-доги. Как остро! Ой-ой, ребенок в опасности. Без паники. Сейчас мы потушим этот пожар. Приятного аппетита, малышка. Объеденье. О, как же скучно. Чем бы заняться? Есть идея. Бру-бру-бру-бум. Упс. Ой, меня здесь не было. Кайли, привет. Мне так скучно. Раз ты ничем не занята, приготовь мне королевский фреш. Конечно, мамочка. Больше, еще больше витаминов. Готово, самый вкусный фреш. Кайли, ты чудо. Хочешь поплавать? Это слишком скучно. Вот как нужно начинать утро. Кайли, что случилось? Мама, мне скучно. О, я знаю отличный рецепт от скуки. Что? Уборка? Конечно, дорогая. Сама попробуй. Уборка всегда поднимает настроение. Может, ты и права. Но это так утомительно. Кайли, принцессы так себя не ведут. Дети ничего не понимают в веселье. Устроим обжигающий перекус. Обожаю. Мама, может, поиграем в принцесс? Малышка, мне жутко некогда. Но мне так скучно. Значит, ты идешь со мной на йогу. Ю-ху, то, что надо. А что такое йога? О, мы на месте. А это точно интересно. Мама, подожди меня. Все в сборе, тогда мы начинаем. Это и есть йога? Проще простого. Дамы, повторяйте за мной. Легко. А теперь так. О, непростая задачка. Продолжаем, дамы. Вы серьезно? Я так не играю. Кайли, это невежливо. Как скажешь, мама. Эй, вы что, уснули? Может, потанцуем? О, как же скучно. Хочу знать все последние новости. В каком еще аквариуме? Малышка, не сейчас. У меня срочное дело. Обожаю срочные дела. Я помогу. Мама, подожди. Не так быстро. Как это жестоко. Змеям не место в аквариуме. Мама, ты самая смелая принцесса. А ты уверена? Это может быть опасно? Только посмотри, какая она милая. И зубастая. С меня хватит. Малыши, теперь вы на свободе. О, ну и денек сегодня. Дорогая, что случилось? Сначала йога, потом змеи. Скучно. О, я знаю, чем заняться. Ты со мной? Ей. Добро пожаловать в сладкое королевство. Мороженое! Вот о чем я мечтала. Я люблю клубничное. Мы с тобой так похожи. Стоп, и это все? Мороженого много не бывает. Холодно и вкусно. Малышка, а вот и я.
Нас ждет холодное приключение. Приятного аппетита! А почему ты не ешь? Ну, раз ты настаиваешь... О, я больше не могу. У тебя получится, малышка. Это же так вкусно. Кажется, похолодало. Кайли, с тобой все в порядке? Я тебя спасу. Девочки, семейное собрание. Случилось страшное. Наша Кайли превратилась в лед. Что делать? Беру это на себя. Малышке просто нужна вода. Кайли, сейчас мы тебя согреем. Сработало? Но она не приходит в себя. Интересный факт. Кошки могут лечить болезни. Действуй, пушистик. Девочке нужна красивая укладка. Красота спасет мир. Ну уж нет, Рапунцель. На первом месте чистота и порядок. Кайли, просыпайся. О нет, все пропало. Эльза, без паники. Нашу Кайли спасет только песня принцесс. Правда, девочки? А можно не шуметь? Дорогая, ты проснулась? Что происходит? Вы тут пели? Принцессы неисправимы. О, как же я устала. Зато теперь мне не скучно. Мамы, вы самые лучшие. Спокойной ночи, Кайли. Спокойной ночи, Кайли. Пусть тебе приснятся самые сказочные сны. Девочки, не будем ей мешать. Увидимся завтра, малышка. Я Пинки. Ха-ха. А я злая ведьма. Упс. Не путайся под ногами. У меня коварный план. Что вы задумали? Проучить Белоснежку. Ой-ой, дело плохо. Нужно спасти эту сказку. Доброе утро, мир. Еще один прекрасный день. О, здравствуйте! Съешь яблочко, порадуй бабулю. Ну, раз вы настаиваете. Приятного аппетита! Thank you. Спасибо! Белоснежка, не делай этого! Выглядит вкусно. Скорее попробуй. Хм, я такая голодная. Стой, я знаю эту сказку. Яблоко отравлено. Что? Не слушай эту девчонку. У нас яблочная диета. Что ты наделала? Она меня спасла. Надеюсь, больше не увидимся. Пинки, ты такая храбрая. Ух, принцесса, что с вами? Просыпайтесь. Ха, не выйдет, дорогуша. Что ты натворила, злодейка? Мой яд очень сильный. Думай, Пинки, думай. Точно, где-то здесь живут гномы. А вот и вы. Белоснежка в беде. Что случилось? Опять ведьма? Что она наколдовала? Белоснежка не просыпается. Веди нас скорее, немедленно. За мной. Белоснежка, просыпайся. Она не слышит. Все пропало. Что делать? Принцессу не спасти. Мы не бросим ее. Принцессе нужен новый дом. Сладких снов. Мы тебя любим. Ты самая красивая. Прощай. Мы тебя не забудем. Никогда. Ой-ой, что это? Проснулась. Не может быть. Ребята, что случилось? А почему вы плачете? Мы больше не будем. Принцесса, вы живы?
проголодались. Я очень голодная. В меню ни одного яблока. Приятного аппетита. Какие вы заботливые. Проще простого. О, вы мои герои. Можешь на нас положиться. А мне уже пора домой. Приходи еще в нашу сказку. С удовольствием. А это для тебя. Маленький сюрприз. О, твой бантик. Теперь ты главная красотка. Как ты? Что это у тебя? Вау, какая заколка. Ты как Белоснежка. Не верится, это было на самом деле. Опять сказки? Пинки, мне некогда. Ну, пожалуйста. Так и быть, малышка. Хочу сказку про Золушку. Бал вот-вот начнется. У-ху, как вовремя. Принц будет моим. Но для начала уборка. Платье. Опять Золушка что-то задумала. Девочки, за дело. Ничего у нее не выйдет. Бал отменяется. Девочки, у нас много работы. Где ножницы? Начнем. Это будет весело. Как тебе такое, Золушка? Неудачницы не ходят на бал. Отличная работа, девочки. Что вы наделали? Ничего особенного. Помогли тебе сшить платье. Тебе нравится? Ну, конечно, нет. Ты такая злюка. Извини, нам пора на бал. О, все пропало. Золушка, без паники. Ты кто такая? Я фея Крю... Ой, меня зовут Пинки. У меня тут платье. Я тебе помогу. Но как? Очень просто. Мы наколдуем новый наряд. Ты уверена? Сама посмотри. Никогда такого не видела. Хи-хи. Я же говорила. А что дальше? На примерку, принцесса. Вау, я красотка. И не забудьте модную прическу. Мне нравится. Принц будет в восторге. Принцесса, не опоздайте на бал. Пинки, ты идешь со мной. Готова веселиться? Куда собралась? На бал. Ничего не выйдет. И не мечтай. Но там принц. Ты остаешься. Все пропало. И не забудь убрать дворец. Конечно. Ни за что. Вы плохо себя ведете. Подумайте над своим поведением. Они же... Это все магия. Я свободна. Вперед, принцесса. Принц Майкл, а вот и я. Золушка, я тебя ждал. Это волшебный вечер. Вы станете моей принцессой. Я согласна. Пинки, ты меня спасла. Спасибо, малышка. А это подарок для тебя. Нравится? Еще бы. Это был не сон? Ху-ху, волшебно. Миссис Пенни, время сказки. Опять? Ариэль, ждать не будет. Ну, раз так. О, начинается буря. Помогите. Принц, как вы? Ариэль, срочно сюда. А вот и вы. Что случилось? О, это же принц. Я знаю, что делать. Очнись. Где я? Ты здесь. А, у тебя хвост. Конечно, я же русалка. Русалка? Принц, она тебя спасла. О, тогда спасибо. Хи-хи, так бы сразу. Вы созданы друг для друга. Наверное. Возможно. А может, свидание? Отлично придумано. Ты согласна, Ариэль? Она ни за что не откажется. Ариэль? Папа? Кто-кто? Это король океанов. Люди нам не друзья. Но папа... И не спорь.
Ариэль, вернись, я люблю тебя. Что будем делать? Надо вернуть Ариэль. Но как? Проберемся на дно океана. Это невозможно. Только если... Ху-ху, так-то лучше. Ты теперь... Я знаю, русалка. Зелье уже готово. Камень будет моим. А ты кто еще такая? Я Пинки. Не мешай, у меня важное дело. Эй, не так быстро. Урсула, опять ты. И я спасу тебя, красотка. И как ты это сделаешь? Это волшебное зелье. Один глоток, и у тебя есть ноги. Я согласна. Но это не бесплатно. Взамен камень твоего отца. Урсула обманщица. Она хочет захватить океан. Но как? Это не зелье, а настоящий яд. Да как ты смеешь? Тогда сама попробуй. Вперед. Ошиблась рецептом. Ариэль, все позади. Пинки, ты меня спасла. Я это умею. Спасибо, подруга. Камень в безопасности. Плывем на сушу. Итак, тебе нужны ноги? Всю жизнь об этом мечтала. Я могу это сделать. Желание исполнено. У меня ноги. Мечты сбываются. Поторопись. Принц ждать не будет. А вот и мы. Ариэль, у тебя ноги. Нас ничто не разлучит. Вместе навеки. О, как это романтично. Спасибо, Пинки. Ты что задумала? Ничего особенного. Эта корона теперь твоя. Теперь я принцесса. Конечно. Вот это сон! Нет, это не сон! Сколько подарков! Пинки, что это у тебя? Я познакомилась с принцессами. Правда, в сказке это по-настоящему! Я тоже верю в сказки. И меня не забудьте. Сейчас устроим. Что это у тебя? Подарки для вас. О, мне нравится. Я принцесса. И я. Устроим бал. Девочки, пора спать. А вы нам почитаете? Конечно. Выбирайте сказку. Спящая красавица или Рапунцель. Мы забыли про Жасмин. Нам нужны сказки про рыцарей.